Там он кричит с кухни. Ой-ой-ой! А-а-а! 878! Антоша! 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 Вообще прикольно. Ой-ой-ой-ой-ой, посмотри. Нет, 3 секунды до реза. 1200. Даже больше. Смотри. 1200. А ну, Аркадий, я на миде. Бафай меня сейчас. И перечу. Бафай. Давай. Уф, нифига я побежал. А-а-а, у меня 1000. Наверное. Че, я даже пропишу, остановлюсь. Блин, около 1000 было. Больше даже. Даже вообще жесть. Очень много было просто, очень много эмоций было. Всем привет, друзья! Перед просмотром данного видео рекомендую подписаться на канал, если вам нравится тематика фана в доте или просто какие-то гайды и фишки. Это все вы можете найти на моем канале. Не забывайте ставить лайк, если вам нравится данный видос. Именно поэтому я смотрю и продолжаю делать какой-то для вас фановый контент. Смотрю много лайков, понимаю, да, ребятам это нравится, соответственно, я буду это делать. Ребят, всем приятного просмотра, и сегодня вы увидите Сикера, который бегает с МСом более 1000 МС и выше, соответственно. И в конце будет небольшая нарезочка, которая, к сожалению, не попала в видос, но она все равно попала, но не будет самого геймплея. Поэтому, ребят, досмотрите до конца. Всем приятного просмотра. Так, друзья, всем здорово. Сегодня мы будем тестить с Антохой приколюху одну. Антоха, здравствуй. Привет. Здравствуйте, товарищи. В общем, решили мы сегодня попробовать разогнать Сикера где-то на полторашечку. Ты что там рассмеешься? Ничего, продолжай. Короче, нет, мы не курим перед тем, как снимать какие-то прикольные видосы, ребят. Хотя иногда хочется. Так, короче, смысл той темы, которую мы будем сегодня пробовать. Мы попробуем сегодня с помощью Зевса разогнать Сикера до невиданных высот. В общем, страт это крайне проста, увидите ее по сути геймплея. Надеюсь, у нас что-то интересное получится, но, так сказать, поглядим, посмотрим, поживем. Все, поехали. Я буду на Сикере, Антоха пойдет у нас на Зевсе, да, Антоха? Да-да, я на нем. Ты точно на Зевсе? Вроде да. Точно? Но это не точно. Найс, чел залагал, если бы ты видел, что я тут делал. Но ты не увидишь, что я там делал. И не то, что ты подумал, грязный извращенец. Так, разминочная у нас тут. Я топ. NF. Ра. Просто напиши. Ра, ра, ра. Ра, ра, ра. Я поймут. Я не буду подходить. Или там, подождите. Что там у нас? Давайте я кину вот эту тему. Оп, хорошо. Кончен бюст спикер. Смотри, кликает. Все, я пошел на низ. До свидания. До побачення. Нате вам. Подарочки. Донган. Не смешно. Найс, ну хорошее начало драки. Отлично, спасибо. Мартретка, иди отсюда. О, спасибо за подписку. Классика жанра, кликать вот так вот просто. Hide minimap signal, там все дела. Так, стичок пошел на мид. Отлично. Я буду тут собираться в полный МС. Скорее всего, это будет сапог, юл и прочая всякая лабуда. И там яшки, вкусняшки. И обязательно нужно мартретке ничего тут не дать, потому что на мартретку рассчитывать вообще нельзя, потому что он пишет плохие вещи. Don't gun, он пишет. Это очень плохое слово. Don't. Никогда не красиво так делать. Че смеешься? А то непонятно, да? Но у нас тут драка с мартреткой за крипов. Фурион в кусты прыгает. Застрял, просто стоит. Он как в тире, короче, хочет мартретку убить. А я не буду помогать. Сори. Ты умер? Ах ты фидер. Фидер. Дай ему. А, у тебя блинкол. Бан. Да я хочу. Ва, сладенько. Вкусненько. А чё ты сдох там? Я не понял. А я не понял. А я не понял. А я не понял. Тайсон вышел, что ли? Мартретка так кликает меня, как будто я не вижу, что там стоит Фурион.
А типа к Фуриону подходить, ну да, я срублю дерево, но бить я его не могу. Фурион ждал, когда у него левел пропается, понял? Из деревьев вылезти. Боже, это так отстало выглядит, но, к сожалению, я сам такой же. Так, хорошо. У нас фидер на миде какой-то стоит, правда, но это очень не очень хорошо. Отлично. Сейчас попробуем. Пеньки, хочу пеньков пофармить. Оп. Оп. Ахе пришел. Ахе, Ахе младший. Джиггернаут это сын Акса. А Мартретка это Мега Анна. А Пуч это Антимаг. Как мне чел пишет как-то. Че ты ржешь? Что ты, черт возьми, такое несешь? Как-то раз чел заходит ко мне на стрим и пишет, когда гайд на Мега Анну? Я говорю, кто это? Мартретка? Нет, это вот этот вот. А я играл на Найксе. Мега Анна. Когда гайд на Мега Анну, говорит. Я ору, сказал ему. Спасибо. Поблочим Мартретку, но сделаем вид, что не блочим. Ну, этот пацанчик мой тут. Ты вкусный, куда собрался? Гайд на Сикера, ребят. Суицидим Мартретку и забираем все лавры себе. Но мы сделали вид, что мы не суицидили ее. Знаете почему? Потому что за это могут дать бан. Понимаю. Удали контент, скажут. Ну, ни о чем не говорю, как бы. Что вы? Нет, я честный человек. У меня мама родила для того, чтобы я был честным. Или нет? Как дела, Антон? Нормально. Прогнал его. Пошел на базу хилиться. Фидишь? Не. А я вроде выровнялся. Ты фидишь? Я люблю фидить. У меня левел больше, чем твой. Странно. А у меня не левел больше, чем твой. Зато у меня кое-что побольше есть, чем твой. Да-да, я об этом и говорю. А, ты про левел? О, Фурион, здравствуйте, товарищ. Разрешите с вами тут немножко пофармить? Смотри, мы тут спокойно, дружественно фармим. Все, я пофармил, теперь... Я пришел сюда убить тебя и пофармить. Как видишь, крипов я уже убил. Он тебя не видел? Он видел меня, и я его видел. В этом-то и прикол. В этом-то и смысл этого контента. О, пацаны пришли. Так, ну первый артефакт, который я возьму, это, конечно же, тревела на 5-й минуте. Пацаны, никогда так не делайте. Отстань. И дальше Юл. Просто будем в МС выходить. Хорошо. Шестой он апнул. Все-таки первее. Понимаю. Кто на мид пустил этого Триборга? Кстати, как там твоя рука? Буду исправлять в скором времени. Чпоньк. Ну ты уже на тревелах летаешь. Так, я готов. Атака пошла. Буду по тычке давать ему. И отходить. Нет, надо крипов хилить. Оп. Оп, хорошо. Готов. Оп. Я отомстил. Все. И ты молодец, друг мой. Все, да. Я тут тоже извращаюсь с джаггерами. Смотри, он после смерти может к вам не спритпшиться. Кстати, да. Мне срочно нужен ЕУ. Минус АМС. 409 мувспид. Сейчас попробуем полторашку. Прямо вот сейчас. Я этот первый буду максить. Я размакшу. Ну, если 1-3 максить буду. Чтоб, если что, потом с базы как-нибудь мы с тобой встанем. На 11 левеле. Когда у тебя будет. И бахнем. Ультимативно. Я жесть какой быстрый сижу. Боже. У меня сейчас 480 уже. Я стою. Мне нравится, что у него нету ограничений.
Это персонаж, у которого нет ограничения по мувспиду в доте. Это классно, мне это очень нравится. Нажимамка там, он кричит с кухни. Ой-ой-ой! А, 878, Антоша! 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 Беги за Фурионом, у меня ульта нет. Я бегу, не, я бегу, мне плевать вообще. Я... Ой-ой-ой-ой-ой! Тысяча, по-моему, уже, друг мой. Я чекаю. Ладно, давай сам, давай. 780. Даем. Привет. Боже, это просто сладостные утехи. Этот Скаймага парень... снова нет. Я тебе сейчас первый дам. А, вот он. Так, я отойду за рунами. Давай. А я тут напал на него, если что. А, окей. Подамажь его? Конечно. Пойдет. Хорошо. Этот парень был из тех, кто любит 1000 МС ППЦ Тима. Ничего, братан, расслабься. Не ливай только. Даизи. Даизи. ППЦ Тима, да изи. Это как Кристина мне сегодня прислала какой-то изи коровка, изи бычок. Что за дерьмо? Картинку, короче, там какие-то игрушки плюшевые, понял? Хендмейдовские. И типа изи. Хендджоб. Блоуджобовские. Хендджобовские. Alright. Давайте внизу убьем. Я уже к вам иду. Alright. Там, смотри, Ахе хочет что-то. Я ему сейчас первый кину, что... 3 секунды. Ахе, не Ахе, мне... Пахе. Ну так, еще тебе плюс МС. Оп. Оп. Так, у меня почти есть Юл. Отлично. Этот парень был из тех, кто любит быстро бегать. Соник. Знаю. О, к вам идет Ханг. Вот он. Я знаю, кто это. Убиваю, я тебе помогать не буду. Оп. Догоню. Стой, сволота, отдай салу. Кеннеди, что там с курой? Мне нужно на ее заюзать. А, но она фуловая ко мне идет с Юлом. Сейчас я даже, я сокращу дистанцию, сорян. Подбегу к тебе. Ну, курьеру подбегу, там тебе надо на базу, с базы что-то брать, да? Нет, 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 мне в секрет-шоп надо. Окей. Неси уже себе. Возьми сюда, долети, секрет. Так, у меня... Team Secret. 451 МС. Все фуловые. Скажешь, когда ульт будет? Угу. О, у меня МС чуть повыше стал. 451, а нет. Такой же. Джугер. Джуг. Чё? Оп. Хорошо. Что там будет сейчас ульт, да? Бахнем, попробуем. Пробегусь немножко. Ульт есть. Поехали. Ладно, нет. Держи. Давайте. Да, давай. 750. Хорошо. Я пробегусь. С рефрешером, конечно, будет пушкой вообще. 750 МС. Сейчас на топе разберу, пацана. Минер ставил мины, и они прокатили. Чё, я второй МС-артефакт делать сейчас буду. Это Яшка. Хорош. И там, если чё, нужны какие-то бусты, пиши, говори. Я, если что, принесу, что надо, привезу. Хилочку там могу, например. Или просто послать тебя куда-нибудь подальше. Пошли мне кларити одно. Кларити? Все, я купил. О, венка из инвиза. ТП сделать? Не надо. Делаю ТП, брат. Наверное, если скрим у нее не будет. Я дам Юла. На. Спасибо. Я на Б пойду. Упс. Я отошел. Ты на Б, да? Я Яшку сейчас куплю уж. Там, возьми фласку маны. У тебя в курьере. Моя. А, вон он в курьерном иду вообще, что он там делает. Яла гау! Блин, дэмэджа вообще нету. У меня венга сняла после смерти.
Так. Дофармливаем. У тебя ульт есть, да? Сейчас Яшку возьму и гоу попробуем. Этот парень. Яшка есть. Так, хорошо. Вон на низу, смотри, файтинги какие-то. Че, мне Яшка идет? Че, может подеремся? Можно. Сейчас. О, у тебя 11 сейчас будет. Иди да, апай лучше. Больше дальше. Я вон тавер сношу, я фармлю тут. Давай. Хочу тавер донести. Хорошо, хорошо. У тебя, короче, с 11 будет, я тебе бафну и поехали. О, бафаю. Есть. Гоу? Дал. О, кого-то убил. 580. Буст упал. Найс, найс. Я очень быстро все равно. Боже, просто разорвал его. У меня 666 МС. Блин, надо на Ctrl-V поставить, чтобы не это. Чекать постоянно move speed. Это очень быстро. Блин, мне, наверное, надо было сразу собирать аганим, а то я решил этот сделать. Кого? Юл. Юл? Смотри сам. Ну, как бы для контента, да. Да. Забыл совсем про контент что-то. Там Джаггер был хуй, в лесу бегает. Что-нибудь еще на МС, да, сделать? А что, например? Барабаны. Барабан. Мом делать не буду, он тут урезанный. О, Венды, что? А, на Слотаром. Не живешь, по-моему. Да. Так, на низу. Чувачок. Чувачок. Ну, не скажешь, что мне тут ГГ, но неприятно. А мне, кажется, бы сейчас был бы ГГ. Но все равно будет ГГ. Да. ГГ все равно. Я думал, если что, я что-то закайчу. Но, по-моему, тут голова моя дала диссонанс. Так, 1800 барабаны. Страшно вырубать. Ладно. Этот парень был из тех. Скуврач маг. Скайврач. Вот так надо давать ульту за скай. Врача. Скайврач. Джагамом. На низ пойду, сейчас подфармлю. Так, сразу сюда, это вот так вот. Ха-ха, еще один Лотар. Лотар Гейминг собрались, пацаны, делать. Да. Ничего. Я поэтому юлт собираю. Собирай тогда. Может, игра подзатянется, больше интереса будет. Так. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Некрас собирает. Блин, можно Лотарс мне тоже собрать. Вообще прикольно. Ой-ой-ой-ой-ой, посмотри. Нет, 3 секунды до реза. 1200. Даже больше. Смотри. 1200. Вот этому пацану. У меня и мать 1200 была. Боже. И дёру. Там скайврач. А, я тут не уйду, да, походу. МС спас бы меня, но... Тут никак. Так, 1400. Гоу Лотарс соберем тоже.
Да, 1200, нормально. У меня что-то показалось, по-моему, выше 1200. Что-то как-то нет, не идет. Сейчас посмотрим. До скольки можно разогнать? Ну, я помню, я больше 1000 на нем не делал. 1200 это очень быстро. У него нет ульты, можешь прямо бежать. Там венги нет, только. От венги убегаю. Ну, венги фазы. Так, ну у меня же слотар будет. Слотаром будет больше. Приколюх. Че, дальше огоним? Go. Let's go. Хорошо. Наркоманы. Наркомани. Ульта нету. Ульти нету. Нормально, я тут фармлю все равно. Брионов. Могу, скуврач. Братан, у меня ЮУ есть для тебя. Боже, как ты меня видишь? У меня маны нету на второй, лол. Я думал, я ему сейчас накажу лицо. Могу ультануть? Да, я не убью его все равно. Там еще ульта, возможно, есть. Маны не хватило. Если надамажим быстро его, он не уйдет в ульт. А, там еще вин. Печалька. Ну, короче, надо дасты брать. Я буду дасты брать сейчас. Блин, ну я на самом деле по мане сейчас тут просел. Я бы его еще забрал вот здесь на линии. Но что-то как не удалось. Скай врач. 9 на 6 скай отыгрывает. Молодец, просто подцепляет. Мартретка дно полнейшее. С маднесом просто. Господя. Господи. Господи. Я Фуриона буду гонять тогда по чуть. Что поделать? Венга там гоняет. Убейте ее. Че вы там боитесь? Хорош. Там вот Скай идет. Пойду на топ. Покажешься. Так, хорошо. Чё там, он в мид вышел? Смотри, что делает. Задрот. Сейчас на руне я его встречу. Жаль, дастов опять нету. Не купил. Есть ульт, Антох? Нет, нету. Печалька. 30 сек. Печалька, чё кура на миду висит? Ой. Мой фейл. Это прискорбно очень, на самом деле, данная ситуация. И у меня гоним скоро. Хорошо. Тут, по-моему, вард стоит, если я не ошибаюсь. Чекну. Этот барин. 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 Товарищ. Был из тех, кто любит Саксом Дик. Саксом Дик. Обожаю. Барин. Боже. Он меня просто хейтит. Я не успел даже ЮУ нажать. Он меня сбрил просто. У меня амплификация плюс еще одна амплификация. Это жесть, сколько дэмэджа. Ладно, я заваржусь немного. А то этот чувачок что-то себя начинает. Возомнил себя. Даст и просто не купил на него один разок. Все, он считает, что он царь и бог. Хотя я могу его просто через Юлы второй убивать. Сейчас заваржусь.
уговорил таки меня. Иногда так не хочется вообще ни варды брать, ничего, просто, блин, просто жесть, как жопа начинает гореть. Просто приходится это покупать. Реально приходится. О, смотри, у него ничего нет. У него просто лотар. И, блин, он бладстоун хочет сделать. Но это смешно. И он убивает. Это смешно. Ну, в две амплификации жесть как сносит, конечно. В две амплификации это очень много. Так, ну что, где мои вардики? Dust of Operation там. Все, его есть. Поехали. Так, ну, не знаю, мне кажется, если я сейчас начну Фуриона убивать, что-то мне подсказывает, что мне лицо сломается. Ладно. Так, вард. Нет. Сейчас будет все. У меня 16 есть, сейчас будет аганим. Хорошо. Жестко. Хорошо. Блин, топорик продал, сразу так дэмэдж упал сильно. Надо биван. Надо биван. Так, я пойду за варжу. Все. Я иду к вторую сторону. Будешь мне бафать, и я ультану. Окей. Я хочу в лес пробежаться, завардить. И нижнюю надо линию завардить. На низу пацаны вон вдвоем. Че, гоу? Кинул тебе. Минус МС 800. Просто сульт его тут джага. Попробую убить его. Изи. Давай рок забрать бы еще на топе. Ну да, рили гоу заберу. Гоу заберем. Хорошо. Так, ломаем тэшку. Ломаем. А, вот и он. Скай? Да. И сейчас попробуем Антоха сломаем. Отлично. Ой, Аксу Юл даю, бро. Хорош. Убегаешь? Пытаюсь. Идем, Венга. Слушай, ну тебе тут ГГ, скорее всего. Да. Многовато их уже. Господи. Слил, блин. Да, я понимаю, да, но тут просто ситуация такая, что не очень ситуация. Я лучше выйду отсюда. Папа. На Ю много маны требуется. Гоу. Гоу, убьем его. Что вы боитесь? Что, так страшно, что ли? Биратан, стой. Ладно. О, Фурион, здравствуйте. Най-най-най. Но если б Сларк попал прыжком, я бы пошел, а так я не пойду. Нет, все, я на базу. Я на базу, товарищи. Хорошо. Всех крипов побил, но ничего не добил. Ладно, ничего страшного. Так, что там у тебя по айтемчикам, бро? Угу. Так, а ну бафни меня, я ультану. Чекай. Уф, сразу 903 МС. Жесть. Так, я побежал. Жесть, там почти Фурион умирает с ульты. Понимаешь? Да. Та-ра-ра-ра. Жаль, нимбуса тут нет. Нимбус, да, пушка вообще. Опа, Венга, Акс, смотри. Могу просветить ее, я это и сделаю. Отлично, отойти. Антох, отойти надо, мне кажется. Скай сейчас придет еще. У меня кдшки. Я не боюсь его. Я ему его тоже дал. А вот Акса я побаиваюсь, на самом деле. Так, окей. Я на низ. Крыса! Сам с лотаром тоже. Лол. Понимаю.
Я вот подумал, может, радиант сделать. Что вообще можно... Слушай, ну вот, что по факту сделать лучше будет? Не знаю, я хотел в МС полный уходить. Ну, тебе, я не знаю, больше нечего собирать на МС. Больше ничего не осталось. Только тупо чтобы... Тупо ситуации... ситуационные эти артефакты, я не знаю. Или пайп, или БКБ. Типа БКБшка и Тараска какая-нибудь. Отлично, зашли бы. Чтоб не слить игру. На МС у меня вроде все есть. Вот так. Пойдет. Скай тут еще. О, мне ГГ. 100%. Венга тут еще. Ладно, гоу какой-нибудь БКБ купим. Я просто не знаю, хотел полностью в МС одеваться. А больше и нечего рили одевать на МС. ХЗ. Он просто, блин, скай по карте очень хорошо двигается. Ну, не как дебил, в принципе. Он, когда я пойду убивать, он там, в принципе. Ну, тут, в принципе, в этом моменте это, ладно. Я сам тут ошибался. Просто взял, пошел. Знал, что, возможно, умру. Но, если честно, я от Ская ушел. Тут проблема именно не в Скае была. Проблема была именно в Венге. Тут из-за Венги я как бы... Так сказаться. Из-за Венги умер. Линку можно было сделать еще. От амплификации. Да, надо было линку сделать. Не знаю, зачем я БКБ сделал. Ну ладно, хрен с ним. БКБ тоже неплохой артефакт. КБ неплохой артефакт. Так. Хорошо. Но эта тема интереснее, потому что сейчас самое интересное начнется, когда будет Аганим и Зевс. Ой, Аганим. Рефрешер. Мне кажется, Фурион с двух ультов умрет. Хотя нет, 1100 хп. Но смотри, под амплификацией... У меня 640 урона просто наносит. Ну, с учетом, без учета резиста. Добавляем туда еще 640, и все это под твоим усилением. Мне кажется, убьет. Да. Может. Слушаюсь. Октарин пускай. Блин, я не хотел стерить. Там на нем амплификация висела. Нормально, быстрее рефреш. Формиш. Джаггернаут, Джаггернаут, я люблю тебя, мой Джаггернаут. Так, хорошо. Почти есть, да, у тебя рефрешка? Угу. Венка на миду. Вард на миду стоит у них. Или нет, не стоит. Братан, ты умер. Как крип. На него амплификацию повесил. А у самого амплификации висело. Очень много дэмэджа. О, сзади он. Скай, хорошо. Да что ты пытаешься меня ультануть? Ты дурак? Я на него амплификацию кину. О, завди джаггер. Понимаю. Не добил. Эти все слили свои кнопочки. У него нюки. Хорошо. Я разберусь. Осудительно. Отлично. Что там на низу? Нифига у нас там мега пуш на низу, да? Венга бэбэкнулась, что ли? Странно, у нас минер просто... Нет, не взорвал мины на низу почему-то, на деф. Не знаю почему. Слушай, я, наверное, все же радиенс бахну. На деф, если чё. Как-никак.
На деф сама пушка. У нас Фурион там ВС. Что-нибудь еще, может, на МС придумаем. Я хочу на самом деле, да, под Сильвер. И, наверное, будет нормально. Отлично, 3500. Хорошо. Смотри, Венга там ходит. Там сентри, походу, у пацанов. Или гем. Гем взяли таки, наверное. Не, сентри. Хорошо, есть радик. Че, я подбегу к тебе, бахнем. Пойду. Давай. Че нет, заберу. Че нет, заберем, пойду. Они в лесу там сидят. Держи. Подожди, только сразу не нажимай. Там еще ДД. Я побежал. Юзай. О, хорош. Блин, только что-то всем плевать. Пойдет? Пойдет? Когда рефреш будет? Сотгоут. Хорошо, смотри, тут опасно. Прям овер опасно. Одного вижу, на тот пробует дофармить этих его. А, Фурион, скорее всего, да, Фурион. А Фурион сплитит просто. Хоть и фидит, но сплитит, делает свою задачу основную. Нам бы тоже попушить, наверное, а то мы что-то фигней тогда. Ну, по сути, фигней маемся, но хотим что-то сделать прикольнее. Нам бы еще в команду, знаешь, типа с это, Фуриона. Еще пушка была. Да. Чисто тысяч. И все. Ну или спектру радианцевую. Да, но это, мне кажется, спектра бы очень много собирало бы. Там, мне кажется, никто не жил бы. Там уже немного другой контент был. Но я лес почистил. Сколько тебе надо золота? 50 голд. 50? Хорошо, держи. Летит. О, Фурион тут. Жесть, я не прогадал, что радик взял. И камифи. Чё, Мартретка, давай, души Маднеса. Шо ты? Не получается. А ну, Аркадий, я на миде, бафай меня сейчас. И перечу. Бафай. Давай. Уф, нифига я побежал. Ааа, у меня тысячи, наверное. Че, я даже пропишу, остановлюсь. Блин, около тысячи было. Больше даже. Даже вообще жесть. Очень много было просто. Очень много МС было. Опа, байбекается, свинья. Но меня ничего тут не спасет. Но у меня, я сейчас Ctrl-V просто сделаю. Бесит вот это, не могу написать быстро. Клиар. Ой, клиар, какой, минус МС. У меня там около, ну, реально 2000 было точно. Все, вижу. Сейчас откатится у тебя. В Октарин уходи сразу. Хорошо. Как байбек? Байбек. Чё, как там байбек? Как там боб? Пол рефреш, да, есть еще ульт почти. Можно будет заюзать ульт, еще раз гангнуть кого-то, а потом в рефреш ульт выйти. Правильно. Ты вообще, ты с этих фрагов, по-моему, ничего не имеешь, да? Я бафаю просто тебя. Слушай, мне линка нужна будет в этой катке. Мне нужно быть линком. Потому что там Sky делает хекс. Sky хекс делает. Жесть, конечно. Сейчас будем прописывать очень быстро. Сразу, почему я Ctrl-V не сделал? Ну, неопытность, контент. Как-никак хочется сделать какой-нибудь прикольный. А получается, что... Ну, блин, сейчас... мне интересно, убьет ли Фуриона с двух ультов. 1300. Мне кажется, нет.
Мне кажется, нет. Что, у тебя уже почти рефреш есть. Одна треть осталась. Я как раз резнусь, пойду Фуриона внизу убью. Но там Скай, по-моему, они там бегают. Я сейчас возьму вардики, наверное, пробегусь по варже немножко. Вот здесь надо поставить варды дефолт. А, у меня не о чем вардить. Лол. У меня слотов нету просто. Так, где курьер вообще? Ага, вижу. БС. У меня лотар апнутый есть. Пойду на низ продефаюсь. Что, у нас минер может... Этот дефить как бы. Ой, дефить. Покупать вард. Блин, у них тут тавр стоит этот помойный. Проблемно, если честно. Очень близко к тавру подходишь, очень быстро может сработать под сейф. Хоста есть. У тебя почти есть рефреш. Я возьму хосту, слышишь? У тебя почти есть рефреш, да. Нет, я тебе не дам, Люба. Специально хотела забрать, походу. Так, ну скажешь, когда ты будешь готов. Уже почти. Когда захочешь действовать, скажи. Я готов. Я готов. Вообще пофиг. Поехали. Еще разок баф. Баф, ну только что. Пахай. 1200. Просто у меня 1200 сразу и побежали. Ну, что-то больше 1200 он не разгоняется. 1260, походу, это максимум. Что можно? 1290 был. Да? Значит, можно. Значит, можно. По идее, тогда лимита вообще нет. Ну, лимита вообще не должно быть. Насколько я знаю. А это пушка. Очень быстро. Где мой лотар? А, у меня сия собралась. Осуждаю. Ненавижу этот артефакт. Не знаю почему. Разбираем. Сэндж. И в курьере Саша полетел, да? Вот. Ладно, потом докупим. Вернее, продадим. Пойдет. И манту можно сделать. Вообще линку. Ой, майс потеряем. Да. Так, ну что, я предлагаю попушить. Давай пройдемся. Смотри, там вон. Скуврач. Что ты хочешь от меня, дурачок? Ты умер. Держи в курсе. Ой. Могу просто так ультануть, потому что у меня рефреш давай, еще. Давай. Половину. Венга в лотаре. Осудительно. Она знает, что я бегу за ней. Нет, я дальше не пойду. Окей. Ладно, на, я пошел. Фурион, ты пахнулся на низ зачем-то. Че, бэкдор хочешь пушить, что ли? Прикольный чел. Прикольный чел. Ладно, мне манты хватит. Отлично. Интересно, сколько фрагов сделаю в эту катке? Так, на топе драка. Антох, я бегу. Ой, венга. Ладно, я бегу, Беротон. Убедили. Убедили, что луз? Убедили, что мне не уйти, да. Много слили. Омни слэша видел, не было. Омни слэш. Кстати, больше ничего. Даже агроакс. Сейчас я побайчу. Стой. Отдай салу. Ну сейчас Скай придет, не хочу оставаться. Не хочу оставаться. Опа, опять Фурион тпшится. Да шо ж такая фит-контора какая-то. Шо за фит-контора, дружок мой? Он опять на то же место. Просто. Боже. Че, у тебя сейчас рефреша будет, да? Да. Ну тогда ждем рез 40 секунд и уже юзаем. Две кнопки. Чисто рафлянский чел.
Мне понравилось. Да хранит меня мать земля. Возвращайся в землю. Фурион вернулся обратно. Ну ладно, окей. Так, возьмем тревела, два. Летели. Гоу, схожу на базу. Нормально, нормально. Нормально, нормально. Можно мне куру? Реюзайте. Надо мне ультовать перед тем, как ты сможешь с ними подраться, а не, вот не просто так, конечно. Да. То есть, то есть нужен байт, на который они все толпой выбегают, нажимаются две кнопки, и я такой, хопа. Даже на самом деле достаточно предполагать, где они примерно будут. То есть, если они пропадут со всей карты, они либо здесь где-то. Ну, они очень близко к базе, не хочется бежать к ним под базу, прям вот, ну серьезно. Но надо... они почти мертвые будут. Ты под БКБ сможешь двоих-троих забрать. Да. Я думаю. 8 секунд. Смотри, Фури вон. Опять он. Ну, фит-контора какая-то, я хз. Да дай пройти. Блочит, не крами меня. Я готов. Так, чё? Ты готов, да? Блин, Фуриона нету. Чё, бы с Фуриона бахнем или ждать будем? Давай подождём. Давай. Так долго он резается. Рушечно. Вот у Джага фармит 100%. Так, ждем 30 секунд. Ну, они на дефе. Sky Hex на дефе стоит. Мид Венга. Отлично. Боже, 37 фрагов, это нормальная тема. Просто. Ни хрена, по сути, не делая. 37 фрагов. Так, 6 так, секунд. Смотри, они пропали. Я думаю, как раз они сейчас где-то здесь. Примерно. Ну, примерно, я думаю, тоже. Может быть. Так, ну, давай Мартретку. Так, Мартретка нет. Ну, Мартретка сейчас покажет, куда пойдет. Вот Фурион. Да, я видел, что Фурион там. Че, постоим, почилим? Но они сейчас могут на мид также выйти. То есть можно отсюда отойти, Мартретка будет фармить, они на Мартретку забайтятся. Так, вон, Джаган в рашпит заходит. Ну че, гоу? Тогда поближе подойдем, я бафаю тебя. Бафнул. Поехали. Поехали, жми. Ну кого-то убили там. Дай его забрать. Ну, если честно, такое кого-то там за... Фуриона забрал. Ты, по-моему, просто с ульты там Фурион почти умер. Его кто-то добрал просто. Вот так все время происходит. Жесть. Жесть. Фурион, Фурион. Ну, дэмэджа много наносит, но ты видишь, нету таких, они 5 на 5. Не... Опа, опа, опа. И удал ему. Убегаю. Окей, разворачиваюсь. Захилится бэ в него. Все хорошо. Отлично. Хорош, Антох. Скорее всего, есть. Я бы сейчас отлетел. Актарин есть? Есть? Отлично. Я себе муншар тапну. Че, Т2 давайте снесем. Да, гоу, ТТшку. ТТшку. Транспортная тележка. ТТшка. Хорошо. Я как настоящий шаман бафаю. Ну, Сикер вообще-то ты есть шаман, насколько я знаю. Венга на миду, Венга, Венга на миду. Венга на миду, Венга, Венга на миду. Хорошо. Боже, нарезается. Отлично. Отлично. Венга, сентри, скорее всего, поставил. Я... Бахни второй. Конечно, читабельно. Опять летит этот куда-то товарищ. Фурион, он на низу там. С мидером дерется. Че, будем пробовать заходить, чешо? Окей, ну первая страта, когда пытаешься заходить на хайграунд, обязательно отправить иллюзию вперед, чтобы какой-нибудь акс прыгнул в двоих, слил агру, и тогда только началась драка.
Но походу отдают, да? Вот ждем Акса. Вот Акс прыгает, отлично. Ставим. Бафай меня. Второй. Бафаю. Антох, поехали. Хорош. Лачина. Опа, хекс. Оп. И вейт. Я тут, скорее всего, умру. Да, мне ничего нет. Чуть-чуть не успел, да? А он, там Йоул все равно с более короткого ренджа кастуется. Тем более. Ну, мой фейл. В любом случае, очень далеко ушел, но хотел венгу забрать. Ну, пойдет. Пойдет. Ну, МС сейчас на такое, не сильно дает, я заметил. Ну, дает, бустит, хорошо, но в этой игре это не сильно, ну, то есть это не сильно было заметно. То есть, да, большинство фрагов делались на мувспиде, но все равно что-то как-то... Могло быть и лучше, как мы любим говорить. Серьезно. Рили, могло быть и лучше. Хорошо. Могло быть и лучше. Ну ты нормально там раздаешь, кстати. Так, я иду к тебе. Бейджу, бейджу. Хорошо. Да, все готово. Готово? А сейчас лотар откадаешься и гол. Хотя там минус 3. Отойдем. Некров зафармлю. Вообще плевать на чистый дэмэш некро. Отойдем. Тима виновата, Джага пишет. Кто ж еще? Кто ж еще? Как не команда. Один фурик норм. 3-14. Неплохо. Отлично. Почихали немножко. Так, ну что ты там, товарищ? О, ассалам алейкум, брат. Ну постараюсь дэмэш поделить. Не поделил. Я пейбэк. Я к вам прилечу сейчас. Давай. Лечу. Да вау. Ну, третий сторон, скорее всего. У меня все готово. Давай, бафы. Только сейчас уже нет смысла особо. Ну да, они все на базе. Ломаем просто. Фурион на низу. Так. Слушай, а я после этой катки кое-что проверить хочу. Опа. Опа. Опа, кайтим. Ах, я сдох все равно. Та-та-та-та-ри. Я после этой катки кое-что хочу проверить. Еще. ГГ. Ну, пойдет такое что-то. Ну, если честно, сильного буста я не увидел. Может, катка просто такая была, но тем не менее, это все равно работает, да? Да, работает. Просто мы ожидали больше. Да, да. Можете разультиться. Поехали? Да, Саню, давай, втани. Хорошо. 700. О, еще тени подхапал. Пока низкий. О, добрый вечер. Лотара нету. Смогу убежать, интересно. Если я убегу, это будет хохма. Я убежал просто от них. 1100 МС. 1100. Ультани. Чуть-чуть МС не хватило все равно. Антох? Да, я готов. Даю тебе сначала. Ждем. Сейчас, Сань, тебе дам. Саня, даю. Антох, ультуй. Саня, ультуй. Хорош. Уф. Пацаны, 1290. Ой, ну. Крысь.
красиво. Крацубо. Не, догоняет. Ну сейчас догнал, уже у Майса упал немного. Да. Меня просто растаскали. Ну нормально, работает тема. Работает. ТП-6. Бежит на меня. Ой, он обосрался. На тебе, тут уже поздно, братан. Тут уже просто ванвей дорога. Ванвей дорога. Хука его. Тох, а ну, разультуй. 3 секунды. Хука его пуш. Хорош. Кеннеди, я к тебе лечу. Мне лапочки нужны твои. Давай. И я ультану. Ультуй. Кинешь. Сларки. Вот-вот-вот бегает здесь, пацан. Я умираю. Я побегаю, ничего, пацан. Так, ну зря ты его закрыл. Упрыгал. А чё я сдох, извините? Сгорел. Ну, я бегу, пацаны. 522, как-никак. Стоям, ба, это Роспотребнадзор. 1000 МС, добрый вечер. Боже. Роспотребнадзор какой-то бежит. 1000 МС было. Даю Антону, сейчас дам. Сейчас. Все, ультуйте. Поехали. Боже. Вот так. Это нормально было. Вот это мы поддамажу лицо. Не а хочет, не хочет ультовать, да? Ну тут, блин, так тяжело расконтрить на самом деле, потому что, блин... Да подожди. Не дают. Сейчас был маленький. Какие там отвратительные герои просто. Это вот животное начинает светить, у меня мышка еще так кончена. Смотри, как лагает. Просто это видно. Она плавает так вот, мышка. На меня бар бежит. Возьми вард, пожалуйста. Смотри. О, я умер. Или нет? Ультуешь там, Антох? Да, два раза уже ультанул. Я тоже. У них там две террасы, и я типа я не пробью его. Зарезал. Ну, просто нормально. Зарезал. Хз, я думал, я его не пробью. Он на лакрите на меня кинул, там 300 дэмэдж. Ну, предлагаю на мид выйти. Минус 4, ребят. О, он на меня. Нифига себе, это что такое? Он так и не смог ультануть. Да, я вижу. Полетела ульта. Ща мы тут разнесем их. Ой. Это было круто. Даже у меня 1000 тут с лишним МС. Хорошо. Да ты что? А, там уже все умерли, да? Да, блин. Он идет просто пуч меня целенаправленно кусать. Так, ну что, где Антоха? На низу, да? Хускар. Вот как раз тут Хускар. Будем ждать, когда пара. Сань, ультуй. А я уже старчит. Умер. Понимаю. Все умер. Печалька. Нормально. Сейчас, Антох, тогда где ты там? Тебе кину ульт. Так у меня КД сейчас. КД я вижу. Ну, диссонанс называется. Не. Yeah. Стой, разбийник. Может, поймал. Да ну, несерьезно. Что они такого нет? Вы шо, рофлите? Задроты. Ты опять умрешь. Я не должен. А Сларк должен. Ультануть могу. О, хорошо. Ультани в меня. Ультани в меня. Бара бежит. Я понял. Ладно, тогда убегаем от бары. Дастов нет. Почти убил. Просто беготня. 1290.
Понимаю. Так, ну сейчас. Вот он. Оп, сейчас помогу. Вот, вот это он, смотри, что делает. Вообще мастер Маратрума. Хорошо. Отлично. Сюда, может, полетел. А, нет. Там 30 маны. Отлично. Боже, ну это прикольно. Сейчас получается более-менее.